Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Local Game, и сегодня мы посмотрим на новинки игр, которые выходят в апреле. Всем приятного просмотра! Ну а начнем мы со 2 апреля. Pixel Gun 3D выходит в Steam. Перед нами пиксельный экшен, в котором мы можем порубиться с нашими друзьями. Присутствует огромный выбор режимов, мои команды, дедматч, захват точек, королевская битва и так далее. Можно перечислять до бесконечности. Просто они взяли и запихнули все известные нам режимы. Еще нас ждет куда больше оружия. Ждет нас также кастомизация персонажей. Ждем от игры безбашенного геймплея и миллион донатных вещичек. 4 апреля выходит игра Смута. Игра Смута – это историческая стратегия событий, которая происходит в 17 веке в России. Игрок может взять на себя роль известного исторического персонажа и возглавить страну во время интервенций, мятежей и гражданских войн. Игроку предстоит заниматься строительством, дипломатией и тактическими боями. Игра отличается исторической точностью, вниманием к деталям и атмосфере смутного времени. 9 апреля выходит Children of the Sun. Мы играем за девушку-снайпера, а-ля Хитман в юбке. А загвоздка заключается только в том, что у нас с вами всего лишь одна пуля. Десятого апреля выходит Eight Another Fantasy Title. Игра, где мы берем на себя роль не избранного, а просто разбойника, который убивает того самого избранного рыцаря в сверкающих доспехах и ворует лошадь, ну а точнее сказать, боевого единорога. Мы сможем сражаться разными оружиями, мечами, топорами, булавами и без луков не обойтись. А, точно, это где-то я уже видел. 16 апреля выходит Европа. Красочная игра с приятной для глазу графикой. Мы играем за маленького мальчика-андроида, у которого есть, кстати, свой реактивный ранец, который еще можно и будет и прокачать. Нас ждут десятки часов интересного приключения и множество головоломок. 22 апреля выходит Dead Island 2 в Steam. Таким как я, которые не пожелали приобретать игру где-то еще кроме Steam, эта новость нас обрадует. Я сам с удовольствием прошел первую часть Смертельного острова и обязательно приобрету вторую, и мы с вами пройдем ее на канале. Но для тех, кто забыл про что игра, я сейчас вам напомню. Это бомбический зомби-экшен, где нам придется выживать и бороться с ходячими, где нам нужно различными средствами уничтожать кровавых зомби, не дав тем самым убить себя. 23 апреля выходит игра про тех самых ниндзя-черепашек. Игра прямиком приходит из игровых автоматов, но теперь нам удастся поиграть и на ПК. Увлекательное рубилово, где нам любезно предоставили пройти игру в кооперативе до 4 человек. 26 апреля выходит Mano Lords. Средневековая городостроительная стратегия, где нам нужно будет отстраивать наше поселение, контролировать цены и следить, а точнее руководить местной торговлей. Нанимать и воевать с нашими соседями. Для всех любителей Total War стратегий. А, ребята, надеюсь, вы не заскучаете в апреле. Друзья, а расскажите в комментариях, какие игры вы собираетесь проходить или проходите сейчас. Все, ребят, старался для вас и жду от вас ответного фидбэка в виде лайка, коммента и подписки, кто еще не подписан. Не болите, не чихайте. Ну и всем пока.